Всем привет, дорогие друзья, с вами Трутенбаут. А мы продолжаем играть трансформеры Forget to Fight. И я очень хочу получить кристалл от Айронхайда. Вот этот. У нас еще акция по нему идет. Один день, кристальчик стоит. А это у нас тут что? А, топ-приз золото. Это на золото у нас кристальчик, но мне нужен другой кристальчик. Очень интересно, мне тут информацию показали. Поместим защитника, и кто же у нас будет? Пусть у нас будет Гриндер. Этот узел добывает сейчас золото, проверьте позже, или его собрать. Любопытно. Поместить защитника. Еще на Оптимуса Прайма засуну. Давайте так сделаем. А как хорошо-то. Мне эта игра все больше и больше начинает нравиться. Так, Ринокс. А где мой сильный-то? А-а-а-а-а-а-а. Вы чё хоть? Точно. Я ж не того. Старскрима-то. Тьфу, Гриндера поставил. Нам жить нужен сильный Гриндер. Ну-ка, давай мне сильного Гриндера. Чего у моих сильных-то? На последнее место. А, вот на миссии. Типа тот, кто не на миссии. А, ну все это объясняет тогда. Окей. Сюда тогда помещу я сайт свайпа. Типа того, кто не на миссии, могу ставить, да? Так. Сюда мне Ринокс попадет. Сюда мне попадет Оптимус Прайм. Сюда попадет Морикит. И все у меня тут начнется с этого. Почему я не могу? Вот я вот на миссии. Ну, нельзя его поставить, потому что он на миссии. Давайте на кого тут такого хорошего поставить. Пусть Айронхайд постоит. Ну вот, в принципе, нормально так. Культурно. Пусть добывает золото, а не у меня тут. Так, чё у меня тут? Ух, нифига мне вы золото уже отвесили. Запрос. Так, кристалл руды мне доступен. Прикольненько. Так, почему я не могу тех, кто у меня на миссии, ставить на защиту? Я вот это вот не пойму момента. Ну ладно, бог с этим. Так, какие давай остановимся. О, хорошо. Хорошая штука вылетела.
Ясненько теперь я. Офигеть, одной звезды, как же мне стыдно. Ну хоть вот тут вот у меня посильнее идут. Так. Очень вот интересно с этой с кристаллами мне. Так, тут я еще премиум мода. Так, ладно, мод мне не нужен. Ну сейчас сколько там? 150 кристаллов тут стоит у него. У Аранхайда, да, 150 стоит. Мне по Аранхайда выбить. Или кого-нибудь там серьезного. Ну, ладно. В бой. А, мне теперь рейды можно делать. Прикольно. Рейды открыты тоже. Не, отмена, отмена. Не хочу я рейд делать. Ладно. Пофиг. Будьте рейд. Ставлю Диме. Любопытно. Я еще не всех, кого мне надо, могу поставить. Очень интересно. Прикольно. Надеюсь, справятся дурачки мои. Очень любопытно. Так, здесь у нас будет биться Бамбуби. Тогда уж. Очень любопытно и интересно. А мне смогут, я не знаю, там показать, как меня рейдили? Там этот повтор, чтоб я видел, как мочили моих ботов. Застрелил. Чипы рейда крадутся с баз других игроков и используются для покупки редких предметов в магазине рейда. Прикольно. Чё, куда дальше? Сюда? Самое главное, синзащиту вообще там всех поставил. Это у него тут минус. Ладно, пусть это мастер попробует.
Еще дурачки такие, че это они нифига не поняли, то что тут везде можно расставить. Вот реально все поняли, просто нет других ботов. Но я не верю, че у меня тогда так много ботов. Да, иди-ка мне. Че ты такой крутой перст, а? Пипец ты, конечно, сайт смотрит. Крутой перец здесь. Чё-то, друзья, меня вот снова игра больше снова. Я заметил то, что я давно не снимал Jurassic World. Я могу быстрать обязательно. Ты чё, охренел, что ли? Вообще охренел. Теперь ты побежишь сюда. Микс мастер. Ну попробуй баррикиду зашибить. Постарайся. Попробуй, постарайся. Понравился микс мастер, прикольно дерешься-то. Баррикейда убил. Так, а это что? Ну и беги, баба. И тут у меня пусть против него пойдет мотомастер. Сохраняй свой опыт ковки. Чем выше их уровень ковки, тем больше опыта ковки они дают. Гигант. Миксмастер тебя зарубит просто. Жалко, блин, её. Так, ворот. Гаси. Так, нахрен, давай. Миксмастер, тащи. Блин, плохо, блин. Обидно. Ну давай еще. Теперь у нас будет Бамблби. Радует. На,
выпендривайся. Отлично. Это называется зарыдил. Вау. Нормально мне так дали-то. Магазин рейда, и что там будет мне? Прикольно, знак Десептикона был на красном фоне. Это магазин рейда. Здесь вы можете потратить чипы рейда и скрыть другие ценные предметы. Кристалл обычного мода. Получите как минимум один звездный мутер. Шанс третьего звездного мода. Давайте окупим. Два. Отлично. Теперь к ботам пойду. Гриндер. Давайте повысим ранг. Ты должен у нас достигнуть максимального уровня, да, для повышения. Ну ладно. Кстати, я тебе еще в прошлый раз хотел допрокачивать. Давай. О, офигеть, сколько я в тебя вложил. Как только вы улучшите бот до максимального уровня, повысите ранг этого бота, получите золото искр. Вот несколько искр золота, чтобы повысить ранг гриндера прямо сейчас. Давай повышаем. Офигеть. Гриндер теперь в 2 раз сильнее обладает новой спецатакой. Чтобы повысить ранг большему числу ботов, получите искры в ежедневных миссиях и в магазине рейд. Теперь можете его что-то увеличить силу. Любопытно, ну давайте я отдам все, что у меня осталось. Прикольно, мне понравилось. Так, я что тут типа? Продолжаю старую миссию. Офигеть, я гриндера, конечно, прокачал. Это жопа, наверное, сейчас будет врагам моим. Мираж будет сопровождать. Это я уже читал. Так. Ну чё? Беги. Любопытно. Давай гриндеру замочим. Чего старскрину замочим? Чего бояться-то? Жалкий кусок говна. Ой.
Нажмите на правую часть экрана, когда вы достаточно далеко, чтобы стрелять снарядами. Кстати, вот миссия не дольше грузит, чем обычный рейдер. Поэтому это все объясняет. Какой тур? Что нам будет проще, быстрее рейдить мы будем, чем проходить миссии. О, как хорошо, хорош просто. Ворот давай, державы. Ворот. Ты что делаешь? Слушай, тебе старстрим в угол забыл. Тебе не стыдно? Давай ему по жопе. Ворот. О, молодец, давай еще. Еще ему засидеть. Говнюка. Давай еще ему набей. Ворот, блин. Отлично, еще давай. Еще. На нафиг. Отлично. Справились. Это все из-за руды, это все из-за руды. Руда хорошо. Так, Карси. Где сейчас мой гриндер? Забьет насмерть. Очень интересно, какая у него сейчас новая комбо-атака будет. Это очень интересно. Сочетание легкие и средние атаки для более долгих комбо. Хватит у нее жизни отнимать. Погнались. Это неинтересно. Я хотел посмотреть свою новую атаку. И не получилось. Что за бесполезный хлам? Терзает пройти дальше или бесполезно звучит для вас как похвала. Приговор. Эй, незнакомец, не суди меня и моих друзей, ты нас не знаешь. Судить мое призвание, чем я и мои коллеги по судебному совету и занимаемся, твое невежество поражает. Вот ты опять, почему бы тебе не просветить нас вместо того, чтобы осуждать? Вот все, что вам нужно сейчас знать. Вы сражаетесь, я сужу о вашей эффективности. Теперь можете продолжать. А я справлюсь. И даже знаю, кто справится.
морковкой, что ли? Любопытно, ну ладно. Справится. Обязан справиться. Бладжин справится. Отлага сейчас. Так, ну что, давай все на миги. Какая нафиг загрузка? Ты шутишь, что ли? Грузит у меня тут что-то. Что-то с интернетом, что ли, не так? Я охреневаю с этим интернетом. Сорян, друзья. О. Отлично, вроде интернет ко мне вернулся. Так, проверяю связи. Да, вернулся. Так. Я поставил тебя. Зачем мне тебя ставить? Ты же не выживешь. Ну так, 68. Да будет гриндер. Пусть гриндер замочит. Мне важно жалко. Вы так покалечили сильно сегодня. Как раз надеюсь, посмотрю у Гриндера его вторую суператаку. Я ее давно хотел посмотреть. Понять не меч, что он может-то. Хотя уже писалки вот тут вот, которые написаны, их уже все наизусть, хочу их читать долго. Молодец, ступил. О,
отлично, все, Гриндер, приступай. Вау, нифига себе, атака называется. Мощно было. Свой приятель, ты просто загляди, не ведь ты, конечно, не поддался квинтэссенции промывки мозгов. Слушай, Мираж, я не поддался ничему, кроме ощущения того, что я просто-напросто круче всех. Об этом судить мне. Судью намыло, когда я покончу с этими лузерами. Мне на шее будет красоваться золотая медаль. Я подпишу пожизненный договор с Index Sports Drink. А, ну, у нашего сайта свои помазки промыли. Шикарно. Ну что ж, сейчас тебе мазги Гриндер тогда вправит. Ты прям как Оптимус Прайм из трейлера, которому тоже мозги, видимо, промыли. Кристалл. О, так у меня теперь 100 энергона, да, еще 50 надо набрать. Ё-мазай, чё так тяжело-то? Поряд с энергоном. Ну что? Тут нам сейчас кто-нибудь вылетит. Давай-ка спрашивать. Нет. Это плохой, да? Я сейчас сайд-свайп, что ли? Ковать буду. Давайте улучшим. Все, это у тебя классно. Все. Блин, от кого мне можно запросить кристалл? Ё-моё. Мобильный фандан контроль. Превосходно, мы завершили постройку мобильного фанста.
Дарма. Отсюда мы сможем отправлять доступных ботов на внешние миссии по добыче ценных ресурсов. Выберите миссию ботов для оправки. Чем способнее боты, тем больше ресурсов они соберут. Давай этот отправляю и отправлю сюда. Кого мне сюда отправить? Матермастер и Бамблби. Отправляю на миссию. Все, начать миссию. Миссия начата шикарно. Так, улетели у нас. Ну чё с тобой? Игра, ты чё? Сдурел. О, под ногу у нас. Чё опять с интернетом? Ё-ма, за интернет. Не тупи ради бога. У меня все улетает в интернет, я офигеваю. Так, шикарно. Заметьте, вот у меня тут все стоят на посту. Это круто. Потому что больше мяса будет. Так. Это я собрал. Дайте мне кристалл. Открыто. Сейчас кто-нибудь новенький мне вылетит или не вылетит, да фиг его знает. Так, ну что ж. И вылетает мне тоже. Активация еще идет у меня космического маста, смотри-ка. Блин, а опять с интернетом проблем, да чё ж ты будешь-то? О боже. Друзья, просто пипец мне сегодня какой-то. Одни трехзвездочные. Так, ну чё, все, я в сети. Давай мне. Заканчивай крутить-то, дурачок. Остановки кристалла. Давай останавливаем. Вау! Блин! Вот так вот, мазу, ты чё? Блина, игра, ты вот что-то. Жопа. Я тут так обрадовался.
Так, где мне можно выиграть энергон? Арена открыть, завернуть и сотрясать других игроков. Вот. Интересно, сейчас нет активных арен, пожалуйста, проверьте позже. Нет, понятно, оказывается. Так, а тут у нас что? Рейды. Рейд я уже вряд ли смогу сделать. Так. Я пока еще вот тут вот встречу с создателем не завершу. Так. Сюда идем. Энергон будем выигрывать. Ты мне тут отряд дерьмовый донесуй. Вот и вот. Все принять. Погнали. Надо сегодня накопить нужен энергон, потому что нет выбора. Надо именно сегодня. Даже завтра уже не будет время. Телетрон выявил энергон с ярко выраженной подписью. Это шмель, с которым я уже встречался раньше в бою. Прежде он был ценным лейтенантом и надежным другом. Но это не шмель. Его каким-то образом изменили. Истории этих садящихся реальности могут различаться, но истинная иск работы не лжет, какой бы реальности она ни принадлежала. Моя задача ясна, нужно вырвать Бамблби из дисков Квинтессона. Пальцем вправо для броска на противника вдалеке. Ну, мне в основном тут только мышкой водить надо, а не пальцами. Чё? Сюда. Так, ворот. Чё, позволяешь ему так издеваться, блин? Твоему. Давай, бей его. А, это рано, вот. Давай. Заканчивай с ним. Давай, мочи, мочи. Мочи, урода. Давай его еще. Чё так? Так, не позволяй ему к себе подходить. Давай, мочи. Ещё.
Да. Гримока мне тут сильно подсунули. Вот зоопард. Подумать только. Так, 80. Так, 89. Ладно, Гриндер, ты нас сегодня только выручаешь. Я тебе дам жизни. Такая история была. Сиделись мы с пацанами еще на вечер, 8 часов. Вы представляете, что такое 8 часов идти на заброшку по темноте, там еще поковыряться. Это же просто жопа. Вот мало. Не знаю, кто-нибудь осмелился бы так себя вести. Ну, так и было. Мы так и сделали. Мы же беспредельщики. Что Гримок? Еще уже сразу щит доставить. Кстати, лучше смотришься на этой карте, заметил. Ты прям идет. Да блин, какого хрен ты все там? Меня да, такой в пути разрешал. Завтра. Еще. Надо для тебя мощно такое. Ты будешь моей груши был. Был Гримок. Блин, ну ты пиздец, конечно. Ну-ка, мочи его. Заканчивай. Отлично. Застрелил. За реванш, наверное, решение на этот раз я тебя не пощажу. Бамблбиш, Шмель, пожалуйста, послушай то, что я скажу. Пентасон использует тебя, не использует нас всех. Использует, сколь неподходящее слово, разве бот использует, когда он наполняется таким очевидным потенциалом, когда становится воином, которому было суждено стать. Пентасон говорит правду. В этой реальности я не являюсь шпионом. Прячемся в тени великого Прайма. Здесь я воин. Так. Ну давай, Гриндерушка. Надеюсь, затащишь. Ты у меня уже устал, небось. Что у нас было тут куча таких все сложных противников встретил? Вот сейчас опять у нас твой Гриндер против Гриндера идет. Напряженная схватка. Да блин, я ж тебе говорю, убежать, чё ж ты не убегаешь? Так. Вот он к тебе подошел, вот что ты его подпускаешь? Нельзя подпускать. Так, давай. Отлично просто. Так, назад. Опять назад. Отлично. Так, давай. Ну-ка, еще атаку. Блин, Гриндер.
кстати, кто очень внимательный, на окнах Гриндера видно отражение карты самой гордой. Это эпично выглядит. Вот. Благодарю разработчикам за это. Офигеть, через что мне пришлось пройти? Так, Ренокс у нас будет тут теперь зажигать. А то что-то все Гриндер, да Гриндер. Один всю команду должен за собой тащить вообще. Беспредел. Подойти, ну чё ты за трансформер такой, я тебе говорю не стрелять, а дать ему в пятак с разгона. Ладно. Отлично, побежим. Вам бы убить, ты выше этого, ты достоин лучшего, чем быть просто пешкой в больной игре Квинтэссона. Хватит этого покровительного тона. Ты не мой папаша, я мыслящее существо и наслаждаюсь обретенной свободой. Ха-ха, да молодой вояка, ощути вкус свободы. Покажи прямо его союзнику, что значит быть свободным. Если это работает так, значит тебе придется падать снова и снова. Серьезно, тут смотрите. Ладно, Бладжин. Ты первый будешь. Надеюсь, ты справишься. Прав то, что Оптимус не папаша, потому что в трейлере, который я недавно снимал и обсуждал, были, да, жесткие кадры, когда там Оптимус ему отрывал части. Да, это было жестоко. Вот когда вот была битва, это уже не похоже на брат за брата и на отца сына. Побыстренько.
сдурел, что ли? Чё с интернетом не так? Сегодня. Офигеть, Бладжин одолел его. С трудом, но одолел. Чё так много энергии-то дает? Миссия выполнена. Офигеваю, ну и где мое золото? Командный центр открыт. Рады видеть вас здесь, командир. Наша новая структура, командный центр, он будет уведомлять вас о нападении других командиров на вашу базу. Новый. Чё новый? Регулярно заходить в командный центр, чтобы получать отчёты о рейдах вместе вашего ранга по отношению к другим командирам. Оборона, атака. Удачная атака. Ладно, пофиг. Где я тут могу свое золото забрать? Тут. О, молодец-то, какой мне вон кристальчик дали. Сообщение от сил обороны Земли. Запрос, отлично. Кристалл мне выдали. Тут у нас что? Тут у нас тут всякое. Так. Можно сделать еще два рейда. Нам напоследок. Ну блин, больно тяжело мне накопить 150 энергона. А, во как собирать-то. Любопытно, вот так вот я могу залезть и тебя сменить, да? Нифига себе, прикольненько. Значит, когда ты желтый, тебя надо собирать. Любопытненько. Так.
кристалл у меня тут новый. Открыть. Сейчас мне земля кого-нибудь пришлет на помощь. Интересно, кто же это будет? Давай, тормозим сейчас. О, да ты чё, дурёшь-то? Не, ну так всегда будет. Чё это такое? Это шутка какая-то. Это мод? Усилитель урона. Давай. Прокачаем тебя. После рейдов мы закончим эту серию. Так, у нас сколько там? Мы нашли мод на 7 для его усиления. Поместить мод. Любопытно. Мод поможет защитить бота в бою. Так, неплохо, мне нравится. Ах, так, сколько нам там осталось-то? С Аранхайдом-то. Один день. Завтра еще в игру зайдем. Надо будет еще завтра еще повозиться. Смотря как получится. Так. Рейд. Надо сделать рейд. Так. Давай. Так. Тебя зарейдим. Так, а рейтинг отряд. Нормально мне отряд, вы чё хоть? Защитник, нуб. Вот с парнем он провалится перед моим отрядом. Помните о блокировке. Блокировка значительно уменьшает получаемый урон. Хитрый, а? Прикольненько. Как тебя тут мочили, будет Амираж. Так, сила Гриндера по берегу. Пусть там будет сражаться Ренокс. Я зарежу. Все у меня получится.
Ну-ка, давай, ты думаешь, горит. Отлично. Сколько я очков-то получил? Отлично, теперь у меня есть выбор, куда пойти. Тут усиление атаки, тут усиление защиты. Сюда пойду. Я даже знаю, кто здесь будет. Опять Ренок составлю. Почему-то оборонец труднее, чем нападать. Так. Теперь фигач все, да. Че тут имеет у нас сайдсвайп? Сайдсвайп, я повышу твое усилие. Типа понижу твое усиление, потому что у меня есть бладжин. И запомните, нифига бояться мощь защиты. Самое главное, насколько у вас силен один боец. Там мощь может сложиться из нескольких бойцов, такая сильная. Опять бладжин будет. Чёрт.
зашел, все вообще страшно. Мы тебя на месте поставили. Вот все, теперь ты умрешь. Теперь что ж, закончили. Так, ну конечно, пушку у него к атаке будет. Ладно, Мираж. Против тебя будет бороться с тобой мой гриндер. Это будет очень напряженный бой, наверное, на равных даже. Может быть, победит Мираж, а может и Гриндер. Надеюсь, Гриндер с первого раза затащит. Гриндер нельзя срывать. Вау, вау, вау. Давай, давай, бить. Мочи. Пощадная. Окей. Теперь я поставлю Ренокса против тебя. Пусть тебя попробует добить. Офигеваю, Гриндер не справился. Это все потому, что его хорошая атака впустую ушла. Почему нокаут? Ты читер, что ли? А Мираж? Да какой нафиг соединение с сервером? Все должно быть отлично с интернетом. У меня так мало времени осталось, а вот тут соединение свои ставите мне. Пипец. Осталось 2 минуты. В бой.
дорогие друзья. С вами был Тутенбаут. Всем до скорых встреч. Всем пока.